в белом кимоно, молодых Владимир, 95-го года рождения, мастер спорта, представляет Центральный федеральный округ Белгородскую область, тренируется под руководством Андрея Безрука. Лучший результат – золотая медаль первенства Центрального федерального округа 2017 года. В синем кимоно Вахид Даурбеков, 97-го года рождения, мастер спорта, представляет Северо-Кавказский федеральный округ Республика Ингушетия, город Назань. Тренируется под руководством Исраила Кацоева, Аюба Евлоева и Муса Асоева. Арбитра на татами судья всероссийской категории Олег Богданов, Южный федеральный округ. На татами номер 2 бронзовую медаль весовой категории свыше 100 килограммов завоевал Саслан Джанаев, Северо-Кавказский федеральный округ, Республика Осетия. Обещать, пожалуйста. Он даже власть не успевал, а сейчас не будет.
На татами номер 3 бронзовую медаль весовой категории свыше 100 килограммов завоевал Владимир Молодых, Центральный федеральный округ, Белгородская область.